Ну ничего, первым делом баньку поставлю, там коров заведу, этих поросят. Хотя каких поросят, нахрен нужны они? Свиньи насорят, лучше вторую корову заведу. Корова она сподручней, молока больше. Да, конура-то у меня тут совсем маленькая. Живу как бомж с этими упырями. Вон, вообще кошмар какой-то. Куда я попал? Куда я глядел? Не, все, сейчас только потеплей станет и слиняю от них. Хозяйством заведусь. Ничего, не пропаду.